Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня передо мной стоит задача раскрыть тему, насколько важен режим дня. Ну так вот, я считаю, конечно же, важен режим дня. Очень огромное имеет значение для продуктивности этого дня. Мы все работаем, и, ну, как бы не совсем имеет значение, на каких работах, но нам необходимо поддерживать режим дня. А тем не менее, особенно важно, чтобы предприниматели, бизнесмены, так сказать, все имели этот режим и распорядок дня. Конечно, есть отступления, есть какие-то нюансы, но когда есть определенный режим, который придерживается изо дня в день, у нас биоритмы жизненного организма восстанавливаются и играют так, как мы их выстроим. И это идет только на пользу и на продуктивность рабочего дня.